Сделать жизнь более насыщенной, поведение юношей и девушек инициативным, а сердце добрым. Так звучит главная цель нового цикла мероприятий «Активное поколение», который стартовал в областном центре. Его авторы – сотрудники регионального краеведческого музея, совместно с педагогами многопрофильного центра детей и молодежи постарались сделать проект «Добра» доступным и интересным для жителей города над Бугом. Уже третий год мы сотрудничаем с многопрофильным центром детей и молодежи нашего города, и это второй проект, который мы с ними открываем. Но здесь стремится привлечь в свои стены новых посетителей. И мы считаем, что это должно начинаться с детства. Музей нужно любить с детства. И то, что музей – наше популярное и модное место, это уже знают все. И мы хотим, чтобы на наши призывы откликались наши горожане, чтобы они приходили на наши мероприятия. Ну и, естественно, показать ту широту работы, которую проводит многопрофильный центр детей и молодежи, потому что это действительно очень большой спектр различных кружков, объединений по интересам. Первая встреча в рамках проекта была посвящена волонтерству, становлению этого движения в мире, а также его развитию в городе Бресте. Сегодня в областном центре живет много людей, неравнодушных к проблемам других. Особенно популярно волонтерство в молодежной среде. Юноши и девушки с радостью включаются в благотворительную работу, шаг за шагом делая этот мир лучше. Мы считаем, что это очень важно, когда в мире очень много добрых людей. Вот. Они выбрали для себя направление именно патронирования социально-педагогического центра и коррекционно-развивающего центра, потому что непосредственно именно участие, общение с этими ребятами, вот важно именно это, не только финансовые какие-то средства, а именно, вот, так сказать, сам тактильный контакт, участие друг с другом, беседа, поддержка. Важные, нужные слова, которые так нужны этим детям. В завершении мероприятия его участники собрали сундук желаний. Большую коробку с канцелярскими товарами и принадлежностями, игрушками, посудой, которая будет передана ребятами-волонтерами, нуждающимся детям областного центра. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».